Сейчас разъебулики по части. Да и кто свистит, да, блядь? Ну чё вы там, блядь, с умом не приходите? Давайте побоживее, нахуй. Куда живей, блядь? Миши нахуй нету. Куда живей, блядь? А ты на ком женил? Я на Престе, у меня на ДК незапланированное было КД. Просто впервые, нахуй, за 3 месяца я решил с пугами сходить. Да, ну как Кирюху ебем, а не запланированное ГП, бля. Сейчас я, блядь, запланирую, нахуй, ГП, блядь. Все равно срез будет скоро. Контент, блин, хуй. А ты по срез хочешь? Нихуя ты хитрый. Да нет, не понял. Я должен был на сутках, я анхолика же сделал, тестил. Пошел, короче, хотел в склеп сходить. Нихуя не собирали, думаю, похуй, пойду в льду, все равно на сутки, через сутки иду на смену. В любом, ну, не попадаю на РТ. А тут потом я сходил, и мне говорят, ну, на следующую не идешь, тебя поменяли. Ну, ну заебись, да. Я думаю, срез по 25-ке только будет. Ну, ловко, пошли трэш бить. А, ну тогда да. Какой трэш? Блять, цветочки. Работаем. Какой нахуй трэш, можно собрание стоим, блядь. Какие цветочки, ну? Вы чё там? Пол рейда на фрее, блядь. Красавчики, блядь. Ну идите бейте, хуля. Чё, пьяные, что ли? Это вестибюль, да, вестибюль. Ой, блядь. Ковёр где-то, ты, короче, типа, обсуждаем вопросы насущные гильдии. Заходим, короче. Зачем статики делать статик еще первый и третий? Чтоб 4 статика было на каражан и на ик. Запихни меня куда-нибудь, я похожу десяточку. Пошли, Максим, пошли со мной. Давай. Куда с тобой? Бойцов. 25-ку не знаю, десяточка похожу. Я, блядь, весь день сегодня мобов гриндил, вот так заебался. Мы соберем свой статик завтра, короче. Он волшебник, да, ты, Санёк. Ну, ставишь когда там чё. У нас 4 уже, да. Дедуля он с нами, нахуй, забираем, блин. Егорчинского, Удогова. Блять, а сейчас волшебник на опыте будет, это, комнату, да? На этом, на копыте. На копыте? Мне кажется, он, блядь, Тесла, ляжет там, нахуй. Куда вы портанулись все, нахуй? Вестибюль. Подождите, я так понял, 30 числа, типа, это и сезон, и эти, да, выходят, ну, когда там? Нет. Или чё, как это, блядь, будет? Они сказали, десятки выйдут летом, а 25-ки и сезон 30 августа. То есть, типа, сейчас вот на лето должны быть эти обычки, да? Да, будет десятки каражан, десятки их сейчас добавят. Ты 4 уже полутать, типа? Да. 24, блядь. По факту, если десятка каражан. 24 кондёр на РДДшников, там чё, Гарона для Миликов, чё там ещё падает? Ну там, ну, как бы уж... есть интересный шмот, типа левая, ну, рука, блядь, соки, там пуха на ханта охуенная падает. Есть пуха на ФДК с Молчезара, 2 штуки, с красной дыркой. Это... Достаньте тот мне припотов на хосту пачку, зязи. Приса, блядь, вся хуйня. Да, все уже с этими трынками, блядь, все на фарме уже, хуел, блядь. Чисто матерые, блядь, волки все. Смотри, у нас ссылки с этим трынями уже, ебанулся. Кроме меня, все, блядь, меня не пизда, нахуй. Ты лох, волк. А есть на СПД? Слышишь, Слава, а ну секундочку, если у тебя очень серьезный разговор. Сань, достань припотов на хосту. Аня. Ага. Как бы похуй, но триня вот эта, которая у тебя одета, с которой СПД и прожимная хоста, ты ее забирал себе, потому что она была никому не нужна, но я помню, что ты ГП не давал. Да. Как бы похуй, но просто это нечестно по отношению к другим. Да, надо накинуть. Конечно. Сколько она там? Не знаю. Ну я тебе просто говорю, что это просто нечестно по отношению к другим. Да она валялась, что-то я одел, блядь, думаю, хули итем левел подниму, блядь, 149 ГП, а на сейчас я накину. Бля, мне этот вар нравится, УАЗ. Это УАЗ. УАЗ Патриот? У вас патриот либо здесь там. Мы с Аверном без МК билд. Вы там с друг другом свапаетесь. Можем его сбрить, кстати. Без МК билд? Ну, у меня вариантов 2, кого менять. Либо Квина, либо Тиазара. А у вас? Мы, честно, если бы с удовольствием, мы бы сам бы перезашел на Лока, бля, но у нас нету милитета.
Эйро, я вам вон токсиген кинул. Пук, а, пук это сова. Душка женька пошла. У нас просто нормальная тема, что 3 шп есть, как бы, блядь, дополнительный отхил, учитывая, что у нас нету 5-го хила. Да 5-й хил хуйся, если вы не будете тупить, как долбоеба на руне, мы все прохилим. Да это все понятно. Она что, сейчас сильно бьет, она же там фиксили? Да там понятно, даже... что фиксили, она все равно ебашит сильно. Там на руне просто вон сколько престов гимн сдать, и все. Ну да, каждому типа прогимновать. Типа просто с руны выходишь, гимнуешь. Два транкила у нас еще есть. А можно кто-нибудь на СПД ласку одну дать? Нет, тебе вообще безоговорочно. Во-первых, единственный элем это раз. Лазивер, тот кидал. Деда ДПС нормально, куда его менять? Нет, деда менять нельзя. Давайте, чтобы по-честному было. Тиазар и Квин. Ролл киньте, кто больше кинет, в рейде останется. ЕП я все равно дам фул. Потому что КД у вас есть. Окей, поздравляйте. Бля, без обид. Типа. Да, я ЕП дам в любом случае. Там, если какие-то кому-то нужны реги или еще какая-то хуйня, мы все дадим. У нас бабок в ГБ, блядь, лежит нормально. Тем более, весь этот шмот стоит хуйню. Он, тем более, Тиазар, тебе можно тапки, блядь, скрафтить. Они стоят нахуй 2к, блядь. Да, тебе бабок. О, там же сферы за УД, да, добавили? За шары покупать, да, можно. За шары, блядь. Проще, ну, за шары, да. Туда надо вообще поясок сделать будет. А, конечно, ты сейчас надо. Бичи поиском нахуй побегаешь? Да, так я же, сука, не играл. У тебя УД есть? Пока время, иди. У меня... Максимка тупо бич. Ну купи реги, ебать, и тебе сейчас прям сейчас сделают. А, ну давай. Иди, давай максим купи, иди, чё ты как бич. Все равно мы все пока ждем Мишу. Давай. Да сейчас вообще хорошо рейд оделся. 2-8, нахуй. Так у меня еще, подожди, у меня еще с десятки шмот, блядь, лежит, я нихуя с ним не делал. Может, я чем придумаю? Там еще токены Максим Т8 есть, голова и грудь. Не, у меня токен только один, мне типа я выбил десятки. Нет. Я же два куска только вытаскаю. А второй какой тебе надо? Все никакой. Там нон-сетки все у меня. Там хуёвый такой бонус. Кого нам хилопати кинуть? Так, а где это? Того, кому ману нужно резать от шамана. Кому нужно ману шамана резать? Есть у нас арканы есть? Конечно. Типа, арканом? Обычно это либо какой-то топ ДПСер, ну если какой-то маг, допустим, по, ну если он дает прям ДПС, заебись. Они по мане не садятся, эти файеры. А Квин не аркан? В смысле, блять, Абу Даби нахуй в файерах переделался? Да. Давно. Ебать, а... Они все файеры. Нахуй? Ну, шмот вообще не под файера, блять. Я единственное, что кого можно туда закинуть, наверное, в пятую пати, это, наверное, Пука. Потому что Инер он кому-то будет из хилов отдавать, чтобы он по мане не садился сам. Давайте вот так. Да, сове заебись. Ой, блядь. Ну, Миша зашел. АРДД, ну, сейчас Миша пати даем. АРДДшникам сейчас сделаем сюда, им ШП дадим, чтобы они этот... Вот так, комбинацию. Так, Мишаню сюда, этого вот так сюда. Ну, в трех пати есть по ШП, а у нас первая пати одни латники, блять, у нас ХП дохуя и все в порядке. Так, назначай сразу семерых человек. Так, сумоньте, блять, всех. 7 человек, значит, это все локи, и пускай будет этого волшебника. Да не-не-не, надо смотреть как, типа, ну, раз, 3 хила будут, получается, буду я, Эрдру и Аршан. И поставь в рейндж самых, у кого маленький ДПС, чтобы типа все остальные у кого топ ДПС стояли вот метки. Я подожди, похож, блядь, нахуй, на финалиста битвы экстрасенсов понять, у кого из них нахуй самый маленький ДПС. Ну ты же знаешь, допустим, что безредный, допустим, да сейчас все шмоты себе нахуй накупили. Я ебу, блядь, кто из них будет меньше ДПС. Релогас. Ну, сейчас посмотрим, подожди, да? Вот демона, смотри, точно, вот, допустим, у нас демон. Квазивер 100% стоит. Хилы и танки меньше всего будут ДПС. Давай, пускай будет квазивер и 3 ШП, блядь. Нормально? Во, пойдем. Сейчас раз, 3-4, конечно. Это вы про чё? Чтоб стояли на макс РНЖ. Они сами, во-первых, хилятся, во-вторых, блядь, этот. Все, а все остальные стоят в метке милипати, короче. Нет, под боссом, рядом с боссом. Все запомнили, получается, Эрдру, Эршам, ДЦ, 3 хила, получается, Квазивер стоишь на РНЖ и 3 ШП. Так, Макс, рыбу ты... ставлю, впереди стоит рыба, ешьте рыбу, раздавайте бафы, паладина, разберитесь с аурами. Сейчас я отскочу на 2 секунды.
Ребят, есть такой чарка на грудах? Поставьте на меня метку, типа я тоже выйду, я повожу вот этот пак, который в РДД зоне. Макс, тебе сум не приходит? Да сейчас, подождите. Секунду дайте. А ты в РДД зоне будешь тоже с нами, да, Сань? Да, ну типа плюс-минус, вот вы в районе квадрата должны тусоваться на радиусе 6 метров. Так, ребята, есть у кого чарка на грудах? Если она верно есть. Сеть. У меня есть. Сейчас, да. Обощитки были просто и баллистические. А дай, дай еще раз он пожар. Паша 3%, крита за 1%. Кому припоты дать? Кто там просил? Да я же взял. Дай обмен. Так, получается, Телдрин танчит большого, да? Столовка танчит маленького и среднего. Все. За сумой меня. Тебя сам диспелишь, вот. На пул тогда, короче, давяешь рога-тога в мораль. Маленькую напуливаешь. Один на пул у нас, так что вначале дайте немножко под на гританку. Заходите все, проверяйте бафы. Кваски все сразу выпейте. Саурами разберитесь, паладин, уберите нахуй этого коня. А кто там забирает? Первый, второй? Дед, у тебя, от тебя этот, защита от сил природы. Оставил, заберешь первый, сможешь? Просто, когда умирает, да, большого, когда маленький, средний умирает, на раньше выбежать, все, заберешь, отлично. Первый оставил, заберет, тогда с сакром скинете все, ну, точнее, сак, салют. А второй, мораль, сможешь забрать? Под конец смерти стайла, тоже затаунтит. Прожим. Сможешь гавай подшивать. А что там, блядь? Что там нахуй с аурами не получается, блядь? Все, это чем мораль заберет? Пускай мораль забирает, ты артстайл, они все равно вливают больше, чем я. Да, мы хаем, конечно. Сейчас я активацию по голосу поставлю, потому что неудобно нахуй. Да, я сапоги. Нитробуцы есть мораль у тебя? Да, есть. Ставишь, что ли? Я тебе про нот, что ты затаунтишь и съебусь. Артстайл, что там у тебя? Да, ты оставил первый. Все. После смерти сиренью забираешь. Подходите все чуть ближе, ДБМ пул даю. Дайте чуть поднапулить. Один напулить, все. Маленькому не забываем косты сбивать. Она. Отлично. Что там не получается, блядь? Ну забери маленького, ну блядь, что за хуйня? Ёбаный рот, столовка, блядь! Пока не начнешь кричать, нахуй, нихуя не получается. Ну подойди ты, блядь, к нему, ёбаный в рот. Двоих, блядь, потеряли, блядь. Стоишь, нахуй, кукурузу охраняешь. Нахуй ты этого среднего схватил, блядь. Мы маленького, блядь, бьем. Срезайте людей, блядь. Дед, встань сам, нахуй. Он вставал уже, он вообще. Нес, дай БР по безвредному, пук дракона, подыми деда. Нахуй, блядь, цеплять этого среднего, блядь. Это пиздец какой-то, блядь. Выводи. Большой, дайте большой стан по метке. Большого держишь где-то возле среднего, когда будет на второй пазе. Наверное, сразу же вводить. Все, по среднему поехали. Кто выходит тут? Бафы сразу дайте по людям, которые умирали. По деду обновите бафы быстро и по локам. Дальше, те, кто на рендже стоят, вышли уже. Это касается ШП троих. Касается квазивера. Залей не Виндерпук. Голоди. Вышли. Стали в синюю хуйню, дамажим. Там наверх, вынеси хуйню. Тебя висит, ауешка.
Я большого потом забираю, да? Да, без карта заканчивать не знаю. Щит. Так, нажрали рейнджу. Сейчас ебанет. Все, вышли. Все, стопнули по нему. Ждем следующую лужу, потом будем, блядь, убивать. Наберите все между собой рейнджу, стопните по боссу, блядь. Силы сохнут, я бы гимн. Локи, хильтесь от большого сейчас. Это я воткнул. Сейчас будка струны. И добиваем. Мы остаемся на рейнже, остальные все в мелизону забегаем. Вот, бить. Поехали. Добивайте быстро его. Офигенно, за это выпишу. Вот, забирай, расставим. Забавно. Гера пошла, артстайл. Взял баб? Нет, ловко, понятно. Все, бейте на все бабки, блядь. Куда ты его, блядь, повел, нахуй? Ну, сам побежал. Тех, кого назначили, стойте на рендже обязательно. Раз, отъехал, отставил. Хорош, блядь, отхилился. Как умер, я нихуя не понял. 11 блядь. Секунд у меня. Забирай, Егор. Ой, этот, дох. Мораль, когда скажу, надо будет тебе нажать сапоги. Отхилился. Нажимай, нажимай. Твоя. Все, вайп упали, не теряйте время. Ты слишком рано сказал, 150 тысяч у босса, говоришь, забирай. Но он забирает и просто в бабле стоит, и все, и ничего никто не делает. А то разбрасывает. У него таунт идет, он под таунтом. Так, а ему забирает. Надо тогда ближе вставать, а не вот так далеко. Да это похую, где ему вставать, ему главное забрать на себя, а ты столовка с него босса забрал рано, блядь. Так в смысле, он до него бежал. Да он в бабле должен стоять, блядь. И что он до него добежал? Ему похуй. Так разве когда бабл, знаешь, он не спадает? Блядь, ты нажимает таунт, нажимает бабл, он бежит на него, блядь. Ну вы что, паладинами нахуй не играли никогда, блядь? Там действие таунта, пока висит на боссе, ему похуй. Там 3 секунды висит таунт, и в это время там вообще ты ничего с ним не сделаешь. Он будет бежать на него, кто таунт взял. Просто да ты, блядь, не можешь маленького забрать, когда надо, а когда не надо, нахуй босса забрать можешь, блядь, заебись. Просто смотри, когда на него дебаф повесится, ебать, у тебя там есть какие-то фреймы. Дебаф повесится, тогда забираешь. Если он сдохнет, ебать, без дебафа, блядь, то тоже будет его. Да мы за этот дебаф его должны, нахуй, разорвать, за геру и за дебаф. Да. Там 30 секунд, блядь, должно хватить, чтобы его просто разорвать, нахуй, если стоять все в метке под герой, блядь, нахуй. Там должно отлетать просто нахуй по пол столба у него, блядь. Да я хп обнулил. Есть хп. ХПС? Ну да, собственно. Это дежавис. Мы когда вот руну ждем, вы можете отдать гимны на... ХП, гимны на маны, на тотемы, чтобы типа рейд поднять. Мы же не ждем локи, сами могут похилиться, палы похилиться, все сами могут. Там что, в конце хау умер, чуть не заметил? Умер друид. А как вы делаете, что-то не понимаю, там кто-то таунтит, когда вот сразу второй умирает, сразу кто-то таунтит, да? На него баф на 100% урона залетел. Ну на самом деле это, блядь, не критично. С тем ДПСом, который у нас сейчас есть, это вообще нахуй не критично. Просто я не пойму нихуя, каким образом вот сейчас вот сдох артстайл, блядь. Когда мы уже били босса, у него было 60% хп. Как, блядь? Ну там, я знаю как. Там, короче, босс, когда баф есть вот от этой синей хуйни, вот эта аура, которая тикает по всему рейду, она просто сильнее намного бьет. Да не, да сорвал. Просто. Я думаю, он просто сорвал, нахуй. Сорвал. Он же стаунтил, он все оборону себя забрал. Потом просто его догнал танка и перегрел. Артсайл, этот, по себе, если что, блядь, сальву въебешь. Вы смотрите, знаете, почему так произошло? Потому что весь бой большого танчит протопал. И когда
забрал столовка, его агра не было на большом вообще. И то есть ДДшник его легко перетаунтит. Пускай Пал дальше танчит. Зачем типа столовка, когда пусть просто скинет. Бьет. Ну, как Варик, кстати. Да, пустого. Ну, давайте быстрее раздупляемся, не теряем время. Дальше тебе его не надо менять, он пусть дальше танчит и все. Давайте на пульте. На пульте нормально, блядь. Маленького на пульте нормально. Не бейте. Это шквал. Забирай маленького. На пуль на него хорошо маленького. Выводи. Вот так, стой. Спан, дайте по мелкому. После руны. Каст. Выводи. Подведи большого прям под морду среднего. Типа перед мордой среднего поставь, мы сзади стоим. Эти люди. Вот так всё. Отлично. Просто всегда перед мордой держишь. Кто на РНЖ стоит, станьте вот справа. Где квадратик. Когда будет первый каст среднего, отбегайте от него, он лужу постелит, отбегайте все. Все, набрали рейнджу. Смотрите сейчас за зеленой хуйней. Не останавливайте, сейчас будет руна, вот отводить. Прохиливайте рейд. Там с краю, если кто-то скилловый, можете стать вот на синюю, блядь, и дамажить. Выйди с зеленой хуйни, левее стань чуть-чуть, там доставать будет. Разбегайтесь уже все к центру. Бегите, не останавливайтесь. Лужи, скорее всего, не будет. Надо ждать. Я не могу Малага найти, где он вообще. Вот класс. Она на мне. Ох, ебать его в рот, класс. БР есть? Нету, да? Все, ладно. Урон, стоп, урон, не бейте. Стопнули по среднему, стопнули. Она на новую лужу ждать. Стопнули все по среднему. Отойдите, хильтесь. Локи от большого, гимн на ману, давайте, гимн на хп по очереди. Давай, гимн, ставь-ка там. Сейчас будет лужа зеленая, вероятнее всего, так что бегайте, не стойте кучно. Вышли оттуда. К центру подведите обоих, ближе к центру идите. Как только каст начинается, тогда начинайте бить, бейте. Где синяя, блядь? Ага, под большим. Отведи большого, смотри. Отводи большого, забегайте в синий круг, добивайте быстрее среднего. Отставил. Давай. Готовься. Жди, столовка, жди. Забирайте. Вера пошла. Все, хуярьте на все бабки. Владимир сальву портстайлу прямо сейчас. Сразу сальву портстайлу дали все. Телдрин тоже. Давай, бьем. Кто на РНЖ, стойте на РНЖ, смотрите внимательно. Давайте, бейте. Не жалейте, блядь, ни припота, ни хуя. Просто на все бабки, блядь. Жить. Мораль отходишь от босса уже. Не жалейте сейчас массакры, блядь. По команде таунтишь, по команде. Мораль 3, 2, таунт. Забирай. Хорош, набрал. Прохил. Протопал, дай сальву по морали. Давай, дамажьте, блядь. Прожмись. Поднимите меня. Гимн на хп, дайте кто-нибудь еще. Дал. Никому не умирать, жить нахуй. Холи Пал массакру первую давай. Холи Пал умер, блядь. БР ему дайте быстро кто-нибудь. Бог, подними быстро Мишу. Быстрее. Миша, встаешь сразу бабу. Сбегает босс, мораль. Да, блядь. По хилу тяжко что-то, блядь, хила добавлять надо что-то. Да, массакр нажимаешь, когда ебет по 6 тысяч, по 7, блядь.
Миша упал. Если бы не сдул бы Миша, артстайл. Она была тебе, когда у тебя уже дебаф заканчивался, выбегать вообще с рейда, блядь. Ты стоял, ты въебал нахуй, блядь. Он с цикры умер. Владимир от цикры умер. Кстати, может, если ты был бы Кирилл, он не убивает как раз. Но он с отменой, если дебаф то живет или с бафом? Ну, наверное, без отмены, да. Не, там типа Сакра Сакра, а добил его оплавление, типа, это хуйня. Ну, понятно. Давай. Да нет, ну... Все нормально, типа? Да. Грубо говоря, на пол хп надо сейвы, чтобы два пала отдали по очереди. Либо там, если хил у кого-то есть, еще можно спикнуть. И норм. Ну там не кого-то спекнуть, там хороший хил. Арстана как-то мало побил. Этот, Эрдру есть у Пука? Но он после бабла, он без крыльев бил, поэтому немного. Да, нормально мы все прохилим, просто брать там, даже в 5 хилов, там такой урон, очень сложно прохилить. Ну, так... просто давай. В конце ты видел вообще пиздец как? Если бы был бы Эрдру, там если бы ходки висели на пол рейда, было бы проще. Возможно. У нас был Эрдру. Вы очень далеко убегаете от урона, господи, малах, блядь, куда ты в Долоран съебался? Ты думаешь, блядь, мне хил нахуй на всю рейнджу, блядь, это карта нахуй ебан? Не убегайте нахуй в Долорана, блядь, наберите рейндж 6 просто между друг другом, нахуй, все. Это... Кресты на третьей фазе не гимна, нихуя не сдавали, да? Все сдавали. Все сдавали. Название бафа, который 240 хосты дает, кто знает? Блядь, Транквил уже у друидов нахуй по пати, да? Транквил, да, по пати. А зачем у нас два друида, потом пати? Да оно не спасет этот Транквил, блядь. Что это Транквил? Блядь, подымет, блядь, триколеки, нахуй. Там, нахуй, блядь, так не будет. Если бы у нас было, блядь, по друидов, нахуй, тогда вопросов не было. Можно под сопротом, с урона хватает. Как минимум, кто там хилы, по-любому можно выпить. Мне сейчас под фаска заебись. Я сейчас кинаю хапы. Сейчас хорошо все было, давайте так же на... Федорину сопрот дать. Сокрыть две, да, всего. Ну я не знаю, почему Арцал... Не знаю, может вы там огурцы хаваете, не? Может забываете про это? Они как бы хилят хорошо. Ну, Арцал-то... Про что? А, ну понятно. Все, ну, так же самое сделайте, плюс мы без вара били изначально, так что ДПС и вагон. На пульте нормально, не бейте вообще сначала 5 секунд, не потеряйте людей. На пульте нормально, не бейте вообще сейчас маленького. Ты что, пролетает? Танчишь? М? Не кашляй ты, или ты там что-то танчишь? Да нет, я не кажется. Он просто в классику поиграл. За Фурика танчит. Там по мелкому дать. Можно дорожу выходить? Перед мордой ставь его вот так слева, вводи. Мы сюда в центр становимся, кто на рейндже. Где уж держишь шагульку, блядь? Почему там стоишь? Только каст разбегайтесь.
на среднюю, разбегайтесь. Сокру, не жалеть. Стали вы код заложить, то на РДД зону. Руна 5 секунд. Разбегайтесь. Все, разбегайтесь. К центру, в центр идите. Сильно рейндж большой не наверните, что вас не уебала эта хуйня. Сейчас лужа. Если 5 секунд лужи не будет, можете подходить. Стопы, не бейте, все, вообще не бейте. Стоим, ждем новую лужу. Стопнули по боссу, стопнули по боссу. От друг друга раньше наберите, станьте чуть так пошире. Тотемы в центре обновите, чтобы... Сейчас уже будет. Кинул. Один у вас синяя, нихуя. Нет. Сейчас синяя будет, можете уже дотать начинать, среднюю. Только не бейте синюю. Нету. Поехали, добили, быстрее. Забирай Роста уже. Ждешь еще, не таунтит, давай забирай. Ух ты, блядь, больно как, нахуй, ёбаный. Давай, мажем, блядь. Подводи сальву сюда. Сальву парт стайл. Подводи босса, блядь. Те, кто на РНЖ стоит, стойте на РНЖ, хильтесь, блядь, как боги там. ШП, блядь, не жалеть нихуя. Фласочки припили, дамажьте, блядь. Подставил, уже убегай. Убегай, быстрей. Три. Бараль, готовься. Два. Один. Таунти. Хорош, забирай, брат. Сокру давай, прямо сейчас. Сокру им на ХП, быстро кто-нибудь завезли. На ману еще, у нас два хила. Огурцы ешь. Ебо там ебет. Блять, ну это нахуй нереально, 4 хила прохилить. Просто нереально. Нужен, блять, я не знаю кто нахуй. Какой-нибудь, блять, давай я заду прохили. Богоподобный, блять, этот. Холи Бриз, блять. А он дебаф вишен, когда убивает кого-то или что? Да. Угу. Бля, пиздец, там после первого у него там 25% осталось, нахуй, челика. Ну, ДПСа на самом деле хватает. Не хватает за хила. Давай я по хилю зайду на дрейде. А голым? Ну, там 215 какой-то, не знаю, какой он у меня. Ну, давай. Ну, это лучше, чем ничего. Ну, то да. Может, и вправду, блядь, сопроты нахуй выпьем все, блядь. Там, короче, понял, как было, там в рейд прилетела, вот, когда мы в синей стояли, она исчезала, прилетела вот эта хуйня от босса. А она вокруг, получается, на всех вешает дебаф, там насколько увеличение урона вот от этой хуйни. А у него аура вот эти электрические, она по всему рейду бьет, нахуй. И она просто вместо 6 тысяч, она стала тысяч по 9 бить, нахуй. Да, там по 10 тысяч. Да. Когда лужа кончается, вы уже можете, типа, на рейнджу выйти все. Ну, типа, кому это не надо, прям много времени. То есть маг может сразу блинкануться оттуда. Вот и получилось, что весь рейд словил эту хуйню. Потому что эта хуйня непонятно как работает. Типа, можно и 8 человек в РДД стоять, и оно кинет. Типа, оно хуёво считает. Так, давайте сейчас все выбьем саппорты. Мне что-то кажется, блядь, сейчас убьем нахуй с саппортами. ДПСа реально хватает, блядь. Просто, блядь, чтоб не вшатывалось. Сейчас плюс хил будет, плюс саппорты, мы его шатаем 100%. Мы живем типа до второго забора, как там мораль как первый умирает, то сразу отдается типа там первая сакра, и когда кончается вторая, и все, он должен умереть. Это название дебафа мне скажите, если Вуду забью, чтобы посмотреть на каких людей в рейде он кидается. Сейчас скажу. Которую хуйню, заряд или что-то, залупа какая-то. Сейчас скажу. Статический бусбой. Поставьте шкаф, присумуйте чечену. Сейчас я саппорты возьму с ГБ, раздам. Хотя не, я пить не буду, ебать. Хао, раздавай саппорты. Пей саппорт, блядь, не выебуйся. Тебе твои 100 СПД нихуя не решат.
Так, кому нужны сопроты, обмен, Гавайю даем. Я хилам раздам, короче. Давай мне сопрот. Блять, я тебе все отдал, сука. Верни. Он, наверное, должен быть. Да прямо себе отдал, сука. 11. Кому еще нужны сопроты? Давайте обмен быстрее. Кому еще не дали? Присадите. Я уже штук 10 раздал. Кому еще нужны сопроты? Всем раздали. Так, артстайл не вижу сопрота выпитого. Таксиген не вижу сопрота выпитого. Так, давайте.